Доброе утро! С вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Сотрудники ГИБДД остановили на трассе, составили протокол о нарушении за то, что я выехал на встречную полосу движения. Они стояли довольно далеко, поэтому качество видеозаписи нарушения получилось плохое. Со схемой я не согласился реально оспорить протокол, ведь доказательств у них нет. Согласно действующему законодательству, ваша вина в совершении административного правонарушения должна быть доказана. Поэтому, если доказательств, подтверждающих наличие вины или самого факта административного правонарушения нет, то дело должно быть прекращено. Однако, со своей стороны хочу заметить, если вы знаете наверняка, что нарушение было, и вы выехали на встречную полосу, то свою вину лучше признать. И дело здесь не только в вашей добросовестности, но и чисто в практическом смысле. Оспорить протоколы сотрудников ГИБДД в суде зачастую очень трудно, так как суды чаще занимают позицию полиции, а не граждан. Признание вины по делу об административном правонарушении – это серьезное смягчающее обстоятельство. Если вы привлекаетесь первый раз за выезд на встречку и знаете, что скорее всего виноваты, то лучше признайте вину, приобщите положительную характеристику с места работы или учебы, и суд вероятнее всего назначит вам наказание в виде штрафа, а не лишение права управления транспортным средством. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране. Также вы можете посмотреть нашу рубрику еще раз на сайте 1obl.ru. И хорошего вам дня!